После окончания учебы в миссионерской школе всех братьев пригласили в разные церкви, но меня никто не приглашал, потому что я был совсем молодым. Поэтому я поехал в деревню Акуктон. Пока я жил в Акуктоне 9 месяцев, Со мной никого не было, но Бог был со мной. До сих пор я ясно помню. Однажды мы пошли проповедовать на рынок. Простите, но тогда мне захотелось в туалет. И я сошел немножко с дороги. Когда я спустился, я был удивлен, потому что там росла малина. Это было совсем рядом с дорогой. Дорогой было не видно, но внизу росла малина. Никто об этом не знал. Мы не сомневались в том, что это Бог приготовил для нас. Простите, но мы в тот день не смогли хорошо передавать слово. Мы поели малины и спустились с горы, и ярмарка уже закрывалась. Однажды мы пошли в парикмахерскую, чтобы передать слово. Поскольку у нас не было зеркала, впервые за долгое время мы посмотрели на себя в зеркале. И когда мы увидели себя, мы были настолько удивленными, потому что я увидел, что я похудел, потому что я голодал. И у меня не стало силы. Давайте подумаем, Девять месяцев. С чем мы могли питаться? Для меня чудо то, что мы не умерли от голода. Умереть от голода не проблема. Но если бы был страх, что я умру от голода, наверное, я бы не смог так даже жить. Наверное, я бы убежал. Но ни разу я не думал, что я умру от голода. Со мной был один брат. Рано утром мы проснулись и читали Библию. Поскольку у нас не было еды, у нас было много времени для чтения Библии. Однажды я читал Библию, и у меня появилась такая душа. Вдруг без основания у меня появилась душа, что сегодня мы сможем хорошо поесть. Брат, с которым я жил, он читал Библию на полу. И знаете, что он мне сказал? Брат, послушайте меня. Сегодня Бог даст нам много еды. Что что? Вы тоже об этом подумали? Я тоже об этом подумал. У меня появилась душа, что Бог даст нам еду. Самое сложное в жизни Акуктуни это было то, что ведь Бог жив. Я молюсь, чтобы Бог дал мне пищу, но Бог мне не дает. Я был очень сильно разочарован. Я был разочарован не потому, что не было еды. Был разочарован, потому что я начал думать, что Бог оставил меня. Бог не слышит мою молитву. Как же мне дальше жить? Но однажды я читал Евангелие от Марка. Знаете, что написано в Евангелии от Марка? Иисус говорит следующие слова. «Жаль мне народа, ибо уже три дня находятся при мне, и нечего им есть». Если не отпустить их в домы, их ослабеет в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека. Когда я прочитал это слово, я был удивлен, потому что даже рядом с Иисусом можем голодать. Здесь написано, что они голодали три дня. Если отпустить их неевшими, ослабеют в дороге ибо некоторые из них пришли издалека. Хотя собралось пять тысяч человек, но Иисус знал о каждом. Когда не было еды, я просил Господа Бога дать пищу, но было тяжело, что нет еды. Но также было тяжело, потому что я думал, что Бог не слышит меня. Мне казалось, что Бог оставил меня. Что же я такого сделал, что Бог меня оставил? Подобные мысли мучали меня. Но Библия говорит, что даже рядом с Иисусом можем голодать. Значит, Господь не оставил меня. И Господь начал давать пищу. Оказалось, что в горах есть очень много съедобного. Как говорят, кроме камня и дерева все можно было есть. Я видел, как Господь ведет во всем. Когда мы говорили об этом с братом, вдруг к нам постучался человек из соседней деревни. Оказалось, один солдат из этой деревни пошел служить в армии, попал в автокатастрофу и погиб. Нужно было проводить похороны. И там был пожилой человек, который занимался похоронами. Но он сказал, я хоронил людей, которые умирали в нашей деревне. Но я никогда не хоронил людей, которые умерли вне деревни, поэтому я не могу похоронить его. Гроб положили у входа в деревню. И каждый вечер молодые люди охраняли этот групп. Они не знали, что делать. Потом кто-то сказал, в соседней деревне есть молодые люди, которые верят в Иисуса. Давайте попросим у них, чтобы они похоронили Его. Нам было так радостно, когда мы пришли, накрыли стол. И у нас появилась душа, что Бог таким образом дает нам еду. Хотя у меня ничего не было. Это было то же самое в Чанпали и в Кимчоне то же самое. Господь был со мной. И пока Он был со мной, это не значит, что не было проблем. Но когда я уезжал из Агуктон, я был так благодарен Богу. Если бы я находился в страхе и думал, что я могу умереть от голода, я бы убежал. А если бы я убежал, я бы и дальше бы не мог служить Богу. Но я был благодарен Богу за то, что Он явил свою милость мне. В моей жизни я мог видеть, как жив Бог. В этот раз во время библейского семинара я фокусировал свои проповеди на том, как мы можем получить прощение грехов. Примерно 600 телерадиокомпаний по всему миру транслировали бесплатно мои проповеди. Если собрать общее число подписчиков, 2 миллиарда человек могли слушать мое слово. Каждое утро мне присылали свидетельства, как они получили спасение, что я не мог их прочитать полностью. Их было так много, я был впечатлен. Я не особый человек. Я не умный человек. Однако Бог удивительным образом действует в моей жизни. Скорее, многие называют меня еретиком, потому что никто не проповедует, как я. В последнее время, говорят, люди начинают повторять за мною. Неважно, что говорили люди обо мне. Удивительно то, что люди, слушая наши Евангелия, получают спасение. И в этот раз многие люди получили прощение грехов. Проблема в том, в том, что многие люди считают, что своими усилиями могут получить прощение грехов. Послание Ефесяна 2 главе 8 стихе написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие от вас Божий дар». Девятый стих нам говорит. Не отдел. Дорогие слушатели, спасение мы получаем не отдел наших. Ни в коем случае спасения не получаем мы отдел. Но сегодня многие религии учат о том, что мы должны стараться, мы должны прилагать усилия. Так и христианство пошло в эту сторону. В жизни и полигапа многие верили в Господа Бога, но постепенно люди начали переходить на дела. Мартин Лютер, он провел реформацию религии. Лютер говорил, «Праведник ж верою жив будет». Об этом утверждал Мартин Лютер. Во-первых, он говорил, «Я праведник». И это верою, не делами. Были сильные гонения против Лютера, но смог провести реформацию религии. Но спустя совсем немного времени это слово начало меняться. Потом в Великобритании получил спасение Йоан Веслер. И так началось свое существование методической церкви и начались большие деяния. Но прошло время. Они начали следовать за видимыми, а не за веру, и в конце концов они впали в грех. Когда мы получаем прощение грехов, или когда мы видим милость, если мы добавляем наши дела, это делают только те, которые не верят в Бога. Если мы верим, что Иисус Христос очистил мой грех, поскольку Иисус совершил, не нужно нам добавлять своих усилий. Прощение грехов не происходит нашими усилиями. Поэтому послание Ефесянам 2 главе 9 стихе написано «Не о дел». Однако люди хотят вести духовную жизнь делами. О, вот у того пресвектора такая хорошая милость. У него так много любви. Этот брат такой скромный. Ой, он такой честный. Подобные вещи стали стандартом веры, но сама вера, сама вера, это не усилие человека. Вера — это вера. Я много раз вам говорил, я был в городе Чинджу, Одна сестра подошла ко мне и сказала, «Пастор, я больше не могу жить с моим мужем». Она живет с мужем 23 года. Муж верил в Иисуса и первые три года он не пил, но спустя три года после того, как они починились, он начал пить. Двадцать лет он пил. Он совсем ест, он только пьет. Каждый день, если мало, он выпивает восемь бутылок сочи. Если же много, он выпивает двенадцать бутылок. Утром просыпается, открывает две бутылки, наливает большой сосуд и выпьет все. Поскольку соджи очень крепкий алкоголь, поэтому пьет в маленьких стаканчиках. Наверное, чуть больше, чем стаканчик, который мы используем для хлебопреломления. Когда эта сестра возвращается с работы домой, Ее муж оставляет бутылки от Сочи в коридоре, в комнате, во дворе, везде. Она плакала и говорила мне. Я сказал сестре. Сестра, не нужно плакать. Завтра приходите с вашим мужем. На следующий день пришел ее муж, и мы сели друг против друга и начали общаться. Его супруга смотрела на меня. С утра он выпил, поэтому уже запах алкоголя исходил от него. Если я скажу брату, брат, перестань пить, я не мог сказать эти слова. Почему? Потому что он уже много раз пытался бросить, но у него не получилось. Это дела. Нужно посеять не дела, а веру. Этот брат делами пытался, но у него не получилось. Если он пытается бросить пить, ему было так тяжело и трудно, но не получилось. Я хотел посеять в него веру. Я сказал, брат, сядь, пожалуйста. Я открыл посланник Евреям, 10 главу 14 стих. Я спросил, брат, ты совершенный? Он говорит, нет, я не совершенный. Я же алкоголик, и каждый раз прихожу к жене и прошу у нее денег, чтобы я купил алкоголь Как я могу сказать, что я совершенный? Я сказал, брат, я согласен, что ты несовершенный Но смотри, что нам говорит Библия? Что написано в Библии? Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых он, Он, Бог, одним приношением сделал нас освященными и не только сделал нас освященными, но сделал нас также совершенными. Брат, ты совершенный? Нет, я не совершенный. Брат, Библия говорит, что ты совершенный, а ты говоришь, что ты несовершенный. Скажи, кто прав? Ты или Библия? Библия права. Если Библия говорит, что ты совершенный, значит ты совершенный, разве нет? Да, пастор. Тогда ты совершенный? Нет, я не совершенный, пастор. Мы где-то 20 минут беседовали об этом. Но мне не сложно с ним бороться, потому что Библия говорит что ибо он одним приношением навсегда сделал совершенно освящаемых. Те люди, которые впали в грех, сегодня говорят о освящении, о том, что мы должны освящаться в нашей жизни, что мы должны стараться. Но послушайте, пожалуйста, внимательно меня. Утверждающие об этом, Пали в грех. Смотрите, пожалуйста, Иисус Христос умер на кресте и спас нас и осветил нас. Если святости Иисуса есть недостаток, поэтому нам нужно стараться, чтобы стать святыми. Получается, он говорит, что то святость, которую не смог сделать Иисус, он сможет сделать. Дорогие слушатели, мы не должны жить святой жизнью. Понимаете ли вы это? Мы должны верить, что мы стали святыми. В детстве я очень хорошо ловил стрекоз. Я, вот, например, стрекозу женского пола. Красивая стрекоза. Это стрекоза, у которых крыльях есть желтоватый цвет. Некоторые стрекозы. У них цвет крыльев очень тусклый. К ним стрекозы мужского пола не нападают. Поэтому мы берем тыквенный цветок. Украшиваем крылья стрекозы. И потом, если привязать к нитке, и если отпустить стрекозу, тогда быстро стрекоза мужского пола прилипает к ней. И вот столько стрекоз можно поймать раза. Я однажды рассказывал эту историю. Мне сказали, что я не защищаю природу. Помню, меня ругали. Тогда я не понял, как это защищать природу. Но действительно, в детстве мы игрались в природе. Стрекоза вот такая. Как стрекоза становится стрекозой? Сначала это была насекомое, которое живет в воде. Но однажды она поменяла свое сердце. То есть получается, вот это насекомое поменяло. Все, мне не нравится вода. Поднимается на дерево. То насекомое, которое жило в воде, поднимается на дерево. Она может погибнуть. Потом, находясь под солнцем, знаете, что происходит? Она начинает высыхать. И снимает поверхность. И становится стрекозой. Сначала у стрекозы крылья сложены назад. И есть вены, которые проходят в крыльях. Если вы посмотрите на крылья, вы сможете увидеть, как проходят эти вены. С большой скоростью кровь начинает распространяться по крылью. И стрекоза начинает трясти крыльями. У нее получается взлететь. Вот столько пролетит. У нее получается лететь. Это первый полет у нее. Потом пролетит где-то 5 метров. Если получается, она взлетает в небо. Когда стрекоза становится стрекозой, поскольку не знает, что такое быть стрекозой, поэтому, имея крылья, не может представить, как она может летать. Она вот столько пролетит, у нее получается. Потом вот столько пролетит, получается. Потом думает, я тоже могу летать. И так целый день начинает летать. Иногда стоит на месте. И говорят, что это самолет стрекоза. Получается, самолет не может стоять, а стрекоза может лететь и стоять на месте. И летать как вертолет даже. Вот что происходит с нею. Стрекоза была насекомым, которая жила в воде, но стала стрекозой, если верить, что стала стрекозой, должна летать. Но если не сможет освободиться от мысли, что она насекомое, которое живет в воде, если стрекоза войдет в воду, там ведь было так хорошо, свежо. Но если стрекоза войдет в воду, она умрет. Понимаете ли вы это? Вот что такое мир веры. Бог сделал, что стрекоза, цикада и другие насекомые рождались дважды. Даже муха. Таким образом показывает нам, что нам нужно родиться свыше. Ты более не насекомый, который живет в воде. Ты стрекоза. Попробуй взлететь, ты сможешь слетать. Вот смотри, ты же можешь летать. Вот что показывает Бог нам. Для чего? чтобы мы приняли духовное от Бога и поверили, хотя мы согрешили, хотя мы воровали, хотя мы обманывали. Но Иисус говорит, что я очистил на кресте. О, я же воровал, как я могу сказать, что я чистый. У меня есть совесть, я грязный человек. Вот что нам говорят наши мысли. Но Бог говорит, нет, ты теперь сяд. Я сделал тебя святым. Ты праведный. Попробуй бежать вперед. Я буду действовать. В этом мы плохо разбираемся. Пастор Уксупак пробовал, и получилось. И в Чангпали получилось. Мне нравилось жить в Акуктонге. Мне кажется, это вторая моя родина. Деревня Акуктонг находится в горах, и поэтому там очень опасно. Там нет полей. И там очень дорого стоит рис. Люди жили очень бедно. В этот раз я был, многие дома были разрушены. Многие уехали в города. В такой деревне я начинал служение. Девять месяцев я прожил. Я видел, как Бог кормит меня. Бывали случаи, когда я трудности испытывал из-за финансов, но я всегда смотрел на Бога. Я смог получить милость от Бога. Он помогал мне. Знаете, я был так благодарен, что каждый раз, когда я прошу Бога, Бог дает мне деньги. Девять месяцев в Акухтоне я жил в таких условиях. Конечно, были трудности. Молодые корни разных растений были очень вкусными. Мы ели и кожуру сосны, ели листья. Конечно, я просто прожевал, потом выплевывал. Поэтому я очень люблю горы. Поэтому я в Сеуле живу под горой. Бог всегда был вместе с нами. Он помогал своей рукой. Мы думаем, я воровал, я обманывал, я сделал плохое, поэтому я грешник. Действительно, кто бы ни говорил, мы грешники. Однако, если Иисус говорит, что мы оправданы, если Бог говорит, что мы праведники, скажите, кто прав, я или же Слово Бога? Для того, чтобы верить в Бога, нам нужно оставить наши мысли. Аминь? Аминь, скажите. Когда я смотрю на себя, я грешник. Я точно воровал. Я обманывал. Я совершил зло. Я грешник. Я с братом Шим боролся именно по этому вопросу. Прощим да, ты грешник, ты пил, ты алкоголь, ты несовершенный. Но Бог сделал тебя совершенным, Он тебя оправдал. Если Бог говорит, что ты совершенный, значит, ты совершенный. Бог не обманщик. Бог сделал тебя совершенным, потом называет тебя совершенным. Иисус умер на кресте. Мы боролись об этом. Я спросил, ты совершенный? Он говорит, нет. Я сказал, посмотри на слово. Ведь слово говорит, он одним приношением навсегда, навсегда сделал совершенно освещаемых, навсегда сделал. Это слово Бога. Если Бог говорит, что ты совершенный, значит ты совершенный. Долго мы общались. И в конце брат сказал «Пастор, простите меня Действительно, я совершенный Достаточно Что я сказал следующим? С того дня Брат перестал думать об алкоголе Человек, который пил по 10 бутылок сучу Который пил по 12 бутылок Он перестал Я сказал «Поступай в школу» Он стал проповедником и сейчас хорошо служит. Очень хорошо. Его супруга так счастлива. Не мы становимся совершенными. Я не могу сделать себя святым. У меня нет для этого силы. Поэтому Бог послал Иисуса, и кровью Иисуса была оплачена вся цена за наш грех. Иисус по закону сделал нас совершенными. Если вы не святы, тогда Иисус провалил свою миссию. Потому что Он пришел, чтобы очистить наш грех, но не смог сделать этого. Мы не должны становиться святыми. Мы уже стали святыми. Мы должны верить в это. Те, которые сегодня утверждают о освящении, они неправы. Те, которые не верят в Иисуса Христа, они говорят о освящении. Может, в наших глазах мы грязные, но Господь уже сделал нас святыми. Он не говорит, не сделал нас святыми, что мы святые. Он справедливый судья. Он ни в коем случае грешника не будет называть праведным, поскольку кровью Иисуса Христа он очистил наш грех, поэтому он называет нас праведными. Скажите, аминь? Да, аминь. Следующее. Это жизнь по вере. Жизнь по вере. Брасон сказал, что я плохо передавал сигналы по азбуке Морса. В моем классе было 40 человек. Если занять первые пять мест, тогда можно пойти в часть, куда я хотел бы пойти. Но я не смог занять первое место. И не смог занять и пятое среди 40 человек я посмотрел я был 13 -й. было шесть человек которые изучали таблицу морса в обществе до службы в армии поскольку они несколько лет изучали таблицу Морза. все кто знает таблицу Морса, они шли в нашу часть Поэтому я оставил идею попасть в первую пятерку. Как я могу тех, которые несколько лет изучали, обогнать, изучая 16 недель? Это было невозможно. Если бы Брасон сказал бы мне, я бы поспорил бы с ним. Братья из города Хуанджу, простите, пожалуйста, меня, но они очень простые. В армии есть особенности регионов. Из-за людей из провинции Чоладо появились сети на заборах. Из-за людей из Хьонгзандо появились люди, которых били. Из-за людей из... Появились те, которые быстро приходят Потому что они слишком медленные Мы немножко грубые Я был 28-м Брат Сим был 29-м И брат Ким был 30-м Мы были одна группа Вероятность того, что я останусь в этой части, была очень маленькой. Но знаете, как Бог действовал? Командующий Панг Джун Ми. Он живет в городе Сути. Иногда мы видимся с ним. Он был ответственным за обучение солдат. Вообще, есть еще полководец, который был ответен, но он передал свои полномочия этому офицеру. И однажды было объявление. Такой-то Оксупак, подойдите, пожалуйста, в офис. Ароси – это значит тот, который использует радио. Наш час из Хуанчжу перевели в Вончжу, а в Вончжу мы были самыми первым набором. Поскольку тренировка проходит 16 недель, мы были самыми старшими. И даже среди тех, которые проходили подготовку, мы были самыми старшими. Если перед старшими пойти впервые в туалет, он не сможет ходить своими двумя. Если перед старшими будет курить, он не сможет своими зубами есть. Если не даст честь старшим, то он не сможет спать спокойно. Это были неговоренные законы в нашей части. Но за что я был благодарен Богу? Я пришел в офис и говорю, честь, такой-то уксупак, я пришел по вашему зову. Я впервые видел сержанта. Сержант говорит, да вы садитесь. Знаете, офицер от солдат отличается тем, тем, что офицеры могут ругаться перед солдатами, а солдаты ругаются за спиной офицеров. В этом различие, а все остальное одинаковое. Но он офицер, но называет ко мне на «вы». Он спросил, «Рядовой пак, чем вы занимались до службы в армии?» Я говорю, «Я был служащим в церкви!» Как я ожидалось. И он начал свидетельствовать. Вчера я пришел, чтобы смотреть за частью. Говорит, я пришел, чтобы доложить, что будем проводить собрание. Сержант Пан, он в обществе очень хорошо ходил в церковь. Но в армии же начал пить, закурил и впал в грех. Я пришел к нему, получается, и получил разрешение, что можно проводить собрание И собрал 200 человек, и собрал их под горой И целый час передавал слово И все это увидел, он был сильно вдохновлен И что он говорит? Рядовой пак, могу ли я вам чем-то помочь? Офицер, я буду благодарен, если вы дадите нам зал для собраний Потому что на улице холодно и трудно собираться Тогда он сразу дал один класс и сказал, используйте любое время, когда вам удобно. Всем сердцем помогал мне. Наша часть была самой крупной, потому что обучались все солдаты. Но не было пастора причасти. Я занимался этой работой. Я был благодарен, что Бог дал такую возможность. Я начал работать с сержантом Паун. За месяц, как закончить службу, мы проводили молитву с братьями. Кто-то из троих должен остаться в этой части и должен дальше вести собрание. А кто будет этим заниматься? Мы не могли остаться в этой части. Чтобы остаться, нужно попасть в первую пятерку. Но мои способности не настолько хорошие. Потому что шесть человек изучали таблицу Морсуса в обществе. На гражданке они изучали несколько лет это. А как я за три-четыре за месяца могу обогнать их способности? Поэтому я оставил эту идею. Зато я молился. «Бог, ты помоги». В день закончания обучения нам давали две полоски. Я ждал у кабинета офицера Пан. Он вышел на работу. Я сказал, здравствуйте, офицер Пан. Я заканчиваю обучение. Спасибо вам за все, и я хотел попрощаться с вами. Но, знаете, он глубже размышлял, чем я Он сказал, рядовой Панг, зайдите ко мне Рядовой Панг, я могу отправить вас и в Сеул, или в Пусан, или в Тегу Самая хорошая часть это была в столице у нас Потом часть 5509 в тегу. И в Пусане. Все хотят попасть в эти части. Но он сказал. Родовой Пак, если вы будете рядом со мной, это будет большой помощью для моей духовной жизни. Поэтому, рядовой Пак, я сделал, чтобы вы остались в нашей части. Не обижайтесь. Пожалуйста, помогите мне я сказал, спасибо, офицер. Я побежал в бункер и кричал, Господи, этого не могло произойти. С того дня, до окончания моей службы в армии, я мог передавать Евангелие. Это было так удивительно. Дорогие слушатели, если вы услышали Евангелие Иисуса, вы говорите, что вы чисты не потому, что вы стали чистыми. Вы грешите, совершаете зло, хотя вы грязные. Но Иисус, Он заплатил цену за наш грех и сделал нас святыми. Не мы должны стать святыми. Нужно поверить, что мы стали святыми. Не я создаю эту святость. Освящение — это неправильно. Что значит освящение? Это значит, что Иисус не сделал нас святыми. Неважно, как нам кажется. Господь сделал нас святыми. И если мы веруем в это, святая жизнь начинает отправляться в нас. Это есть духовная жизнь. Духовная жизнь — это не дела. Это не жизнь усилий. Поэтому Слово говорит не от дел. То, что я стараюсь стать святым. Я стараюсь, потому что я считаю себя не святым. Это может сделать только человек, который не верит, что Иисус сделал его святым хотя брат Шим пьет алкоголь, но в конце он мне сказал, «Пастор, я совершенный, я свят, достаточно, поступай в Мессийскую школу». Его супруга чуть в оморок не упала. «Как это от алкоголя может поступить в Мессийскую школу?» он говорил. Но он стал хорошим слушателем. «Как?» С вами Сарани он не мог бросить пить. Но когда поверил, Иисус действовал в нем. Мы верим не после того, как увидели, как получается. Хотя не получается. Но смотря на Слово, если Слово говорит, что мы святы, значит, мы святы. Даже если вы грязные, даже если вы злые, Иисус сделал вас навсегда совершенными святыми. Когда мы верим в эту истину, ваша душа стала уже святым. И Бог начинает действовать в вас. Следующий этап. Когда я верю, что Бог действует во мне, стрекоза, которая была до этого насекомым, который живет в воде, теперь я верю, что я стрекоза. Но я боюсь, что я могу упасть с дерева. Я должен быть осторожен. Я пока не умею летать. А это значит, что она не верит, что она стала стрекозой. Когда крылья высохли, если знать, что она стала стрекозой, она должна начать летать. Понимаете это? Тогда сможет летать. Сможет подняться. Я передавал Евангелие в армии. И в Вакуктонге. И в деревне Чангпали. И в городе Химчо, когда я слушал. И к Тегу. Не я все это делал. Бог сделал. В мае этого года, когда мы проводили библейский семинар, 11 раз я передавал слово по 90 минут. В некоторых телерадиокомпаниях, услышав мое слово, они начали транслировать мое слово. И тогда мы сказали всем миссионерам, которые служат за границей, пойдите в телерадиокомпании. И попросили, чтобы транслировали проповеди пастора Пак. А они пошли. Сотрудники смеялись сначала. Они говорили, наше телевидение, это не христианское телевидение. Но мы говорили. Они отказывались. Божество отказывалось. Мы говорили, послушайте. Они послушали, были в изумлении и согласились транслировать. Сначала одно телевидение, потом пять. Было телевидение, которое остановило трансляцию наших проповедей. Когда появился бунт, люди начали говорить, почему вы перестали транслировать. Ах, извините, мы начнем транслировать снова. Так, 276 телерадиокомпаний в мае транслировали 11 раз мои проповеди. Знаете, как это называется? Бог действовал. В какой телевидении, скажите? Когда у них есть программа? Не христианское телевидение. Будет трассировать слово. А в осенью 600 телерадиокомпаний трассировали проповеди. В Америке два телевидения брало у меня интервью. Все были в изумлении. Знаете почему? Люди видят духовную жизнь по-человечески. Человек надеется на свои добрые дела, то, что он хорошо пожертвовал то, что Он прилагал усилия. Люди смотрят на дела. Бог же не смотрит на дела. Сколько бы вы ни делали добрых дел? Бог говорит, это не от слова. Мы по благодати спасены верою. Во что поверив? Поверив в благодать, получили спасение. И это не от вас, а Божий дар. Нужно поверить, что он очистил наши грехи. Преспектор О говорил, главный режиссер, когда я ему передал Евангелие, он говорит, но я не чувствую что-то горячее или чтобы огонь на меня сошел. Он говорит, я вас понимаю. Но не приходит вдохновение. Я сказал, так и должно быть. В библии нет эмоций. Допустим, это ручка. Когда у нас хорошее настроение, ручка кажется такой красивой. Вот как действуют эмоции. Иногда это может быть, казаться маленьким, и наоборот, маленьким, большим когда мне так тяжело. Кто-то дает мне 10 долларов, тогда я говорю, ой, спасибо. Действительно так бывает. Есть вдохновение. Правильно? И наоборот. Например, дали 100 долларов, но я не заинтересован. Тогда нет эмоций. Поэтому Библия полностью убрала эмоции. Потому что если добавить эмоции, тогда реальность искажается. Раньше я читал много романов. От чего получает вдохновение? От эмоций. Не пытайтесь в Библии получить какое-то вдохновение. Не нужно, чтобы, читая Библию, ваше сердце стало горячим. Нужно верить в истину. Кто-то говорит, вот, огонь на меня сошел, или мне стало горячо, или слезы текли, как сопли, или еще что-то было. Даже если вы будете ходить по сей силу. Это неправильно, поэтому Бог убрал эмоции из Библии. Когда Иисус умер на кресте, Он ничего эмоционального не сказал. Он сказал, совершилось и умер. Все. Никаких эмоций. Когда Иисус воскрес, люди вроде бы должны были сказать, «О, Иисус воскрес!» Но когда есть эмоции, все становится маленьким или большим, чтобы передать истину. Из Библии полностью брали эмоции. Нет ничего эмоционального. Хотя нет эмоций, хотя нет никаких чувств, но и когда мы постигаем истины, у нас есть благодарное сердце, мы можем благодарить. Эмоции и реальность, они отличаются. Даже если нет слез, даже если не горячо, даже если вы вдруг не видите какие-то видения. Если Библия говорит, что наши грехи прощены, значит, мы прощены. Во что вы будете верить? В Слово мы должны верить. Аминь. В слово мы должны верить. Во слово мы должны верить. Если будем верить в слово, Бог начинает действовать в сферующем сердце. Сегодня мы читали слово о Лоте. Лот отличался от Авраама. Он вместе с Авраамом пришел в хананскую землю. Он хотел иметь богатство. Он хотел, чтобы его стадо росло быстро. Лот говорит своим пастухам, почему вы позволяете пастухам Авраама занять самые хорошие места? Начались споры между пастухами Лотова и Авраама. Авраам об этом тоже знал. Авраам также знал, что Лот заинтересован в богатстве. А, Лот не может больше находиться со мною. Давай, мы ругаемся, давай лучше разойдемся. Если ты пойдешь направо, я пойду налево. Если ты налево, тогда я направо. Лот мог сказать, ты иди, я потом пойду. Но Лот сказал другое. Он увидел земли Содом и Гамора, где было много зелени, много воды. В этот момент очень важна роль жены. Вот что должна была сказать жена: "Ой, дорогой, ты должен выбрать первым, прежде чем Авраам скажет. Ты должен дать самые хорошие места себе. Хотя Лоту может неудобно, но он пошел в саду Гамору. Однако это была земля, которую Бог проклял." он вошел в Садом и Гамору. Пришли оведенные войска. Все стадо, о котором так заботился, забрали солдаты. И он оказался в плену. Авраам пришел и спас Лота. Царь Садомский был благодарен Аврааму. Также и царь Мелхиседек тоже был благодарен. Но Лот не говорит, что он благодарен Аврааму. Он был заинтересован богатством, поэтому остался жить в Садоме Гаморе. В день, когда Бог послал огонь, все его имение было сожжено. Его супруга стала соляной столбом. Он жил в пещере страшной жизнью. Дочери вошли к нему и родились сыновей. И так начал весь и Яманикитяне. Вот чему нас учит Библия. Когда мы получили спасение, сначала появляется благодарное сердце, что Иисус спас нас. Благодарное сердце появляется через Духа Святого. Как бы вы ни объясняли, если Дух Святой не будет действовать, человек не поймет. Если же поверили через Духа Святого, знаете, кем вы стали? как Авраам, вы стали людьми Бога. Конечно, материальное нужно. Но даже если вы не будете зависимы, Бог будет помогать. Он будет благословлять вас. Он будет действовать. Я видел, как Бог помогает мне десятки лет. Когда мы веруем в Бога и живем с этой верой, Бог — это Всевышний. И если Он будет нас поддерживать, если Он будет за нас, кто будет против нас? Вот что говорит нам Библия. Но из-за страха мы не живем верою. Часто следуем за плотью. Если мы получили прощение грехов, мы люди Бога. Бог дает нам сердце святое. Когда есть благодарное сердце, Слово начинает расти, и мы можем жить по вере. Не потому, что я умный. После того, как в 62 году я получил прощение грехов, Дух Святой действовал во мне. Я читаю одинаковую Библию. Дух Святой мне показывал сердце Бога. Он открыл передо мной путь. Если мы будем жить верою, Лот следовал за материальным и потерпел провал. Как Бог дал все Аврааму, сделал его источником благословения. Также через нас многие люди получают прощение грехов. Если мы будем в радость Бога, я верю, что Бог умножит ваше благословение и будет помогать вам. Это удивительная истина. Теперь жизнь Иисуса Христа. Жизнь силы Иисуса Христа. С благодарным сердцем, что Он спас нас. Оставьте свое. Не отдавайте себя плотским желаниям. Смотрите на Бога. Лот следовал за плотскими желаниями. Он думал, что добьется успеха, что он станет богатым. Он ушел от Авраама, стал в рабстве, Оказался в плену, хотя его спасли, но он находился в Садоме Гаморе. В конце концов, когда и Гамора была разрушена, он вошел в пещеру. Его жена стала соляным столбом. Он был тот, который получил милость от Бога. Люди, которые получили спасение, получили прощение грехов, когда идут со верою. Бог совершает удивительные дела. Пока я занимался делами Евангелия, были много противников. Были многие сложности. Но Бог помогал. И сейчас я не делаю своей силой. Бог открывает путь, поэтому я могу это делать. Благодать переполняет меня. Я желаю, чтобы каждый из вас, вы люди Бога. Пускай Бог живет в вас и действует. Каждый день читайте слово. Будьте со словом единой душою. Как стрекоза, хотя плохо летает, но начинает учиться летать. Попробуйте и вы жить жизнью верой. Тогда Бог вас удивительным образом изменит. Их с Иисусом. Я верю, Бог вам даст благословенную жизнь.